Мне кажется, что даже вот тот же сериал, понятно, что там «Касатка», да, это вот развлекательная, ну, такая вещь. Да, это вот там любовная интрига, там криминальный контекст какой-то. Я все понимаю, но с другой же стороны, такие вещи, они ведь авторитет, допустим, профессии следователя очевидным образом подрывают? Нет, наоборот, мне кажется. Ну, вы знаете, потому что, когда возникает симпатия к герою, героям, то как-то и ремесло, которым они занимаются по роли, я имею в виду не актерское ремесло, а там вот криминалист-следователь, мне кажется, что это какой-то, я понимаю, что это звучит банально, но воспитательный какой-то фактор же есть в этом? Или вы про это не задумываетесь? Я бы был рад, если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал, благодаря этому я пошел там в следователи помогать людям. Я бы был рад. Вопрос в другом. Я вам скажу абсолютно искренне, что сценарии могли бы быть, наверное, и посерьезнее, понимаете? Потому что, развлекая, поучай, надо как бы ударение все-таки делать побольше на поучай. Я не имею на это права, но тем не менее, когда профессионалы смотрят то или иное кино, и мои друзья, да, там, в органах или с погонами, конечно, они смеются, как вот вы сейчас. На Ричарда Гира ты похож. Ты похож на Ричарда Гира, тебе кто-нибудь говорил? Что-то как-то это такое переключение сразу. Просто я сейчас такое хитрая, такая добрая, но хитрая улыбка. Надо сидеть, я понял, надо усиленно сидеть. Чтобы... Конечно, хотелось бы, но это все-таки на уровне сценария должно быть прописано. Если мы возьмем какой-нибудь хороший советский фильм, который делался долго и прописывался долго, и поднимались серьезные вопросы, мне это, наверное, ближе. Я уже немножко подустал от таких условных ролей, когда вроде хороший, вроде плохой, побольше конкретики. Мне это, во всяком случае, интереснее. Позицию надо как бы яснее ведь выражать. Спрос рождает предложение. Если есть доля, если есть рейтинг, если есть успех зрительский, значит, это уже... То есть мы не должны с вами бороться, да? А вот я не знаю. Вот это вопрос, наверное, не ко мне. Должны мы бороться? Я вот сейчас официально заявляю. Чем лучше сценарий, тем меньше мой гонорар. А, вот так вот, да? Конечно. Я хочу как актер расти, поймите. Я же тоже преследую какие-то определенные интересы. Ведь вы, надеюсь, не думаете о том, что когда я читаю сценарий или играю роль, я думаю, о, здесь я кого-то буду воспитывать, а вот здесь там кто-то из-за этого там сделает что-то хорошее. Я, прежде всего, наверное, к сожалению или к счастью, удовлетворяю свои актерские амбиции, потребности и желания. Не более того. И чем сценарий лучше, тем я с удовольствием это буду делать. Хорошо. А бывало так, что вот сценарий хороший, понравился, а фильм потом получился... Конечно, это производство, то есть... тут никогда не угадаешь, как поставят камеру, куда она будет смотреть. В этот момент, может, и вы стараетесь очень сильно, а оператор видит как-то по-другому, а зритель увидит по-третьему. Потому что монтажер в это время после Нового года как бы совсем плохо видит. Ну, какой же Новый год уже? Ну, я образно говорю, смотря кто как снимал. Это только у нас, вот Новый год весь январь продолжается, и февраль переходит. А хорошо, когда снимали фильм, там не это, а какое-нибудь другое. К сожалению, это творчество коллективное, это не художник, который берет карандаш и наедине сам с собой, там где-нибудь на пленэре стоит и пишет картину, и вот потом мы смотрим там столетия на Ван Гога, и энергия до сих пор. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».